Дорожная карта по реализации указа президента по проведению года защиты горных экосистем и климатической устойчивости была принята 1 марта Кабинетом министров. Документ состоит из 6 основных блоков. Покрывает вопросы горных экосистем, вопросы озеленения, вопросы обеспечения климатической устойчивости, привлечения климатического финансирования и международного сотрудничества. В рамках реализации данной дорожной карты планируется целый ряд мероприятий, направленных на освещение позиции Кыргызстана в сторону зеленого устойчивого развития. По инициативе Кыргызской Республики 16 декабря 2021 года участники 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН единогласно приняли резолюцию об объявлении 2022 года Международным годом устойчивого горного развития. 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН я выступил с инициативой объявить 2022 год Международным годом гор. Согласно обновленному плану по борьбе с последствиями изменения климата и вкладом страны в глобальные усилия по сокращению эмиссии парниковых газов, определяемого на национальном уровне вклада, наша страна приняла на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов. Одним из главных мер является переход на возобновляемые источники энергии. С нашей стороны ведется работа по реализации и развитию интеграции возобновляемых источников энергии в наш ежедневный быт. Есть определенные задачи по развитию малых ГЭС. Министерству было поручено создать систему единого окна по привлечению и работе с инвесторами для строительства малых микрогидроэлектростанций. Министерство ведет работу по развитию солнечной и ветряной энергетики. Есть также пилотный проект в сфере геотермальной энергии. Немаловажным компонентом в вопросах снижения выбросов парниковых газов является внедрение электромобилей. Профильное министерство прорабатывает запуск пилотного проекта по установке зарядных станций в Бишкеке и Чуйской области с дальнейшим масштабированием по всей стране. Приоритетным направлением данной работы является формирование собственного пула проектных идей, которые мы могли бы внести на рассмотрение глобальных климатических институтов, в том числе Зеленого климатического фонда. Для этой цели в настоящее время Центром климатического финансирования совместно с нашим партнером по развитию Европейским банком развития и реконструкции начата работа по формированию фонда подготовки проектов. Целью данного фонда является разработка конкретных инвестиционных проектов для внесения на рассмотрение нашим партнерам по развитию. Вклад в защиту горных экосистем и климатическую устойчивость должен делать каждый из нас. Необходимо перейти к разумному использованию природных ресурсов нашей страны во всех сферах, начиная от быта, заканчивая промышленным и сельскохозяйственным сектором. Одним из компонентов реализации дорожной карты является инициатива «Джашыл Мурас». Те леса, те деревья, которые есть на земле Кыргызстана, это все то наследие, которое мы должны сохранить и передать следующим поколениям. Поэтому это наследие нужно увеличивать. Деревья, особенно лес, они способствуют сохранению горных экосистем, способствуют сохранению животных, биоразнообразия и сохранению ледников. Потому что деревья, они понижают температуру воздуха, повышают атмосферную влажность. Эта атмосферная влажность в виде осадков, в виде снега и дождя выпадает на ледники. Климатическая повестка сегодня – это один из важнейших факторов благополучия человечества уже в самой ближайшей перспективе. И горная экосистема Кыргызстана является значимым компонентом глобальной климатической политики. Нурбек Иманов, Азамат Кадыртоктоев, Алатот, 24.